Всем привет, с вами Прия. Недавно для островных экспедиций добавили весьма интересный итем в дополнительную награду, и пришло время поговорить о нем. Собственно, суть сейчас в том, что азерит, который мы собираем с островных экспедиций, как и раньше, он засчитывается только для прохождения еженедельной награды. Ну, для тех, кто давно играет, то уже тема весьма очевидная. Для тех, кто вернулся недавно, быть может, думает, что все 36 тысяч единиц азерита зальется им в ожерелье. Нет, мы собираем для нужд Альянса все эти 36 тысяч, и в конце получаем 2,5 единиц силы артефакта для своего ожерелья. Раньше, по-моему, 40 нужно было, теперь 36 тысяч. То есть всего лишь 4 героических экспедиций нужно пройти, не 5. При полном отбитии еженедельного капа островных экспедиций 36 тысяч мы получаем награду 2500 сил артефакта. Плюс мы получаем загадочную карту сокровищ. При ее использовании мы получаем совершенно случайное задание для своих соратников. Это может быть: первое, награда в виде пыли титанов. Второе. Награда в виде золота. Третье. Награда в виде силы артефакта. Четвертое. Награда в виде маунта. Пятое. Может, даже шестое и седьмое что-то есть, но пока что вот у меня такой список на руках есть. Возможно, там есть какие-нибудь питомцы редкие, игрушки. То есть, в принципе, это весьма неплохое дополнение для людей, которые хотят заниматься различным коллекционированием. Это позволит получить больше маунтов, питомцев, там, прочих различных вещичек. Даже для людей, которые не занимаются этим, к примеру, занимаются там PvE-контентом, получить дополнительную пыль титанов, даже сейчас, хоть и в малом количестве, это весьма неплохо на самом деле. Потому что, ну, 20 штучек, ее 25, это... Хотя капля в море, но на самом деле, почему бы и нет? Так что теперь островные экспедиции отбивать еще интереснее, плюс там сделано пару новых ивентов. Но на самом деле, если делать это каждую неделю, то все равно будет скучно. А если делать еще и на многих персонажах, то уж вообще можно заскучать при таком контенте. Увы. Но я надежд не теряю и разбавляю его маунт фармом. Самым качественным. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.